Ура, товарищи! Вот и наступил прекрасный месяц май. Вы смотрите Делегит, а я, Анна Троян, вас приветствую. Начало мая на ЛРТ – время насыщенное. О том, что ждет вас в течение этой недели, расскажу прямо сейчас. Понедельник, мои друзья, на этой неделе день не тяжелый. В праздничный день труда вас ждет прощание славянки. Полковник авиации решает отдохнуть в Крыму дикарем. Анна Ивановна, с виду суровая женщина, разрешает ему остаться на ночлег за приемлемую плату. Герой испытывает несказанный шок, когда узнает себя на фотографиях в старом альбоме. Там он стоит со своим другом, который давно умер. Зачем судьба привела его к матери умершего друга? Не хочет ли она этим сказать, что что-то было упущено? И нужно это восполнить. Узнаем 1 мая в 13:30. Я с детства хотел летать, вот и летал, пока мог. А жены, детей не хотел. Сам сиротой вырос, вот и боялся, чтоб они тоже. У нас ведь работа такая, от земли только красиво, когда летают. А в среду вечером мы познакомимся с загадочным человеком, который смеется. Двух детей судьба обидела в самом начале их жизни. Малышка Дэя слепа, и ей не суждено хоть раз увидеть этот мир. Лицо мальчика украшает вырезанная ножом улыбка, навсегда оставшаяся уродливым шрамом. Лишь бродячий артист дарит детям свою заботу и любовь. Проходит время, и теперь девушка – единственная, кто может видеть красоту парня, прячущуюся внутри, за безобразным уродством. Смогут ли притянуться друг к другу две крайности? Узнаем 3 мая в 20:45. Для Дэи Гунплен был братом, другом, ориентиром, опорой, в коем толпа видела монстра. Она видела архангела. В завершении рабочей недели, уютно устроившись перед экраном, нотки романтики вам добавит мелодрама «Перед полуночью». Главные герои картины повстречали друг друга почти 20 лет назад. Они очень счастливы и воспитывают двоих замечательных детишек. Со временем их отношения немного остыли, проблемы отстранили любовь на второй план. У каждого свои заботы. Смогут ли они забыть о них в стране греческих богов? И получится ли вдохнуть новую жизнь в их отношения? Узнаем в пятницу в 21:15. Помнишь люксембургские сады? Да. Да, я тогда обставил тебя в настольном теннисе. Обыграл женщину беременной двойней, настоящий джентльмен. Хуже было бы проиграть. Да. Женщине беременной двойней. Боже мой. В течение недели в городском округе Люберцы было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10:00 и 19:30. К выполнению упражнений приступить. В 5:28 время. Субботний день мы предлагаем провести зрелищно с лентой «Последний легион». Великий Гай Юлий Цезарь и легендарный король Артур. Что может связывать этих двух людей? Последний римский император Ромул Август и меч предков, выкованы из металла, упавшего с неба. После падения Рима именно этому 12-летнему мальчику предстоит осуществить отчаянную попытку возродить былое величие империи. Все подробности смотрите 6 мая в 16:45. Я покинул Британию в поисках меча и нашел тебя. Я знал, что предначертанное обязательно произойдет. Но я император без империи. Как я могу исполнить предсказание? Разве я тебя ничему не научил? Предсказание – дело веры. А мы – хранители веры. А еще в эти выходные окунаемся в историческое прошлое вместе с кинокартиной «Орда».
Великая Золотая Орда. Веками это означало кровавые набеги и унизительную дань для многих стран и народов. Странный и страшный мир со своими законами и обычаями. Однажды хан Шутайдола постигает страшная неизлечимая болезнь. Дикий народ вызывает к себе на помощь митрополита Алексия, который давно славился спасением безнадежно больных людей. И вот теперь на карту поставлена судьба всего Московского княжества. Подробности смотрим на ЛРТ в воскресенье в 20:30. Владимир Чумавый, ты с молебным каждый двор обошел? Чума ушла. Получилось же? Может, случайность или еще что. Не дано нам знать. И здесь получится. Да точно получится. Тебя кто спрашивал? Вот и все. А чтобы знать о нашем телеканале больше, постоянно заходите на официальный сайт www.lrt.tv. Там вы можете узнать актуальную информацию об онлайн-трансляциях, а также увидеть, как происходит запись программ. А еще за жизнью ЛРТ вы можете следить во всех соцсетях. Подписывайтесь. С вами была Анна Троян. Расцветайте. Пока-пока.